Приветствую, народ. 3 года эксплуатирую снегоуборщик. Его чего производства конкретно не скажу, давать не буду. Вот. За 3 года что с ним делал? В принципе, ничего. Тупо взял, поставил, отрегулировал соосность ремня, натяжение и больше ничего не делал. Что происходит с ним? В принципе, поломок как таковых особых нет. Вследствие попадания камней. Кто-то говорил, что срезает какие-то там пальцы. Ребятушки, ничего тут не срезает. Видите, что происходит при попадании камня. Ага, да. Ну, сколько тут отогнуло, не знаю, бульник попал, видать, хороший. Это раз, да. То есть пальцы не срезает, смотрите, аккуратней. Добрый гридерист дорогу почистил по осени, по первому снегу. Отгреб не камней на мой проволок. И вот я чистил. Да. Ага. Следующий, да, камушек. Ну и этот же опять же. Вот. Чтобы с нижним, скажем так, ножом. Я думаю, тут видно все, да? Камушек пролетел, куда улетел, в неизвестном направлении. В принципе, нареканий по работе как такового нет. Использую с мотоблоком Нева МБ2 Мультиагро 6,5 сил. Из опыта эксплуатации 6,5 сил явно маловато. 9, 12, 13, 10, может быть, будет интересней. А так, в принципе, особых нет. Для чего снял? Ну, проверить состояние подшипников. Цепи боковой. Тоже насмотрелся видео на ютубе. Выровнять вот эти вот косяки. Да? Выровнять. Попробовать выровнять вот этот нож. Каким-то образом, не знаю. Но попробуем сейчас отбить, обстучать. Затем есть мысля поставить сюда кусок резины. Выровнять, да, и поставить сюда кусок резины. Дабы более чисто собирал снег он. Для чего? Наш, вот эти вот лыжи, так называемые, да, опущены в самый низ и оставляет снега, ну, сантиметра 3. Начисто он не вычищает. Мысль такая, эти лыжи поднять, наоборот, сантиметра 2. Здесь кусок транспортерной ленты, дабы выступал. Попробую. Идея такая. Дальше. Куска конденсационной трубы вырезать третишки, наверное, половинки, посмотрим. Третишки, наверное, все-таки. Может, половина, черт не знает. И сюда приделать. То есть, потому что все вылетает по сторонам, куда угодно, не туда, куда надо. То есть, боковые такие вот сделать. Ну, и здесь, возможно, верхний как-то направление потопка. Дальше покажу, что получится. Ну, дальше. Прошло примерно 5 минут. С помощью такого вот нехитрого инструмента и кувалдочки маленькой привел более-менее в порядок. Металл очень мягкий, гнется молотком на раз, подрихтовал эти зубы, здесь были загибы, да. Ну и вот этот уголок, здесь уголок тоже металл. Мягко говоря, не очень. Следующее. Ставим сюда резинку, кусок. Резину. Какая-то десятка, восьмерка на транспортерке кусок. На болты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Попробую поставить на 6 болтов. М8 или М6. Есть. Ладно. Продолжаем. Вот, народ, сделал такую заготовку. С помощью ножа отрезал транспортерки кусок длиной 60, шириной 6 сантиметров, да, толщина 12 миллиметров. Один край срезал ножом. Идея такая, что здесь как бы, ну, поверхность снега для лучшего прилегания. Посмотрим, что из этого выйдет. Сделал такую резинку, поставил. Говорю,
шириной 60 миллиметров, длиной 600, да? 60 сантиметров. Краешек срезал аккуратненько ножом. Болты М6 оставил. Тело 8 не нашел. Короче, задевать тут ничего не задевает. Зазор порядка 6-8 миллиметров остается от болта. Здесь, в принципе, то же самое. Вот. Вот эти лыжи приподнять получилось, то есть по краю примерно, ну, порядка 5 миллиметров. Да, 5-6 миллиметров. Здесь то же самое. Как-то так. Ну, посмотрим, как дальше. Так, ну и пока крайнее дополнение для этого снегоотбрасывателя, приставки снега, очищающие. Сделал такой кусок. 110-я труба, сделал пропил. Длина 23 сантиметра. Феном грел. Края сначала подровнял, чтобы попрямее были, да? Потом серединку подразогнул. Ну и приклепал. Клепки 4,8 на 10. Лучше бы, конечно, 4,8 на 12 с шайбочками. Посмотрим, что это даст, конечно, но в целом вроде как должно что-то получиться. Ладно. Пока все. Маленькое дополнение по установке. Слушай, мужики, я вот честно я не знаю, вот каким местом думал проектировщик вот это вот все. Почему нельзя сделать по оси ровно, с регулировкой 5 сантиметров туда, 5 сюда? Ну, блин. Понимаем, да, что он стоит чуть в стороне. Конструкция. Ладно, как закончу установку, покажу. Так, при установке требуется растягивать эту приставку треугольником. Иначе получается какая хрень. Смотрим. Натягивай ремень, да? То есть вот выжимай сцепление, грубо говоря. То есть в этом пальце мотоблок с приставкой получается. Мотоблок в эту сторону идет, приставка в эту. Стягивай. Для этого уравновешиваем с той стороны стяжкой, да? Видел, кто-то приваривает что-то там, ну, дело хозяйское. И с этой стороны. Я сделал подлип кусок. И здесь кусок шпильки, верхом гайки. Это обязательно. Так, сегодня 15 марта 2023 года. Снежка в этом году не очень много. Сейчас на огороде порядка около метра всего. Мурманская область, юг. Так, снегоуборочная приставка для мотоблока Нива МБ2
Ну, в моем случае МБ-2. Мультиага. Так все это дело выглядит в установленном виде. Штатный. Вот это, даже не знаю как, разъем, да, меняется. Дополнительно идет в комплекте с приставкой. Для нормальной работы требуются такие растяжки. То есть кто-то приваривает сюда. Я сделал растяжки такие. В принципе, как конструкция элементарная. Так. Сделал дополнительно кожух. Показывает практика, вроде реально работает. И резинку. Резинка работает. Работает. Если раньше снега он оставлял порядка 2 сантиметров, сейчас еще начисто. Так что так. При эксплуатации зимой одеваем тряпочку на воздухозаборник. Дает движку пыль сосать снежную и переохлаждаться, забивая все, что можно, водой. После обработ обязательно снимаем воздушный фильтр и на батарею до следующего раза. За час работы примерно грамм на 20-30 становится он тяжелее. То есть сосет воздушную пыль со снегом и забивается в последующем, если оставить его непросушенного. Перестает нормально работать двигатель. И в принципе все. До минус 30 нормально работает. Без каких-либо проблем.